И всем привет, дорогие друзья! И у нас сегодня будет новенькая Лего война самолетов против корабля в Брикрикс. Сегодня мы, друзья, в этой серии будем пытаться потопить линкор Бисмарк. Вот, ребят, посмотрите, это самый настоящий огромный немецкий корабль Бисмарк времен Второй мировой войны. Правда, я сейчас, ребята, буду играть как раз-то за оборону, то есть я, ребят, буду пытаться, наоборот, противостоять самолетам и попытаться так сделать, чтобы наш корабль, ребят, не потопили. Ну и, конечно же, потом я, ребят, еще поменяюсь и буду играть также и за самолеты, за бомбардировщики, ребята, крутые самолеты с бомбами, и буду, друзья, пытаться потопить наш корабль. Если вы, друзья, хотите больше военных роликов у меня на канале с кораблями, с самолетами, с танками, с солдатами, оружием и так далее и тому подобное, давайте, ребят, на этой серии наберем 3000 лайков. Прямо сейчас, дружище, поставь лайк, проверь, подписан ли ты на мой канал или нет. Если вдруг не подписан, подписывайся. Ну и, конечно же, жми на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения, когда я буду выпускать новые ролики. И мы, ребята, прямо сейчас же начинаем. Погнали! Все, ребята, в общем, мы начинаем. Я, короче, ребята, сейчас буду играть за зенитчика на корабле. Посмотрите, ребят, сколько пушек. Сколько у нас сегодня, ребята, будет бравых солдат оборонять этот корабль. О, пацаны, вижу самолеты. Давайте стреляем, стреляем по ним. На-на-на-на-на-на-на-на. Давай, 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 давай. Все, ребята, минус один. О, он прямо сюда, смотрите, ребят, прилетел. Офигеть! О! Сверху, сверху, сверху! Вот, ребята, вижу еще один самолетик, прям над нами летит. Давай, 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 умри, 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 умри. Он, ребята, бомбу успел, ребят, скинуть. Слышу их, ребят, переговоры по рации, ё-моё. Просто, друзья, мясо какое-то происходит. Так, еще минус один. А, ребят, просто все взрывается. Что вообще, блин, происходит? Они, ребят, уже две бомбы по нам скинули, понимаете? Давай, 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 умри, умри, умри. О, ребята, неплохо. Смотрите, ребят, самолет прям здесь летит. Сейчас попытаюсь разорвать. Так, 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 давай, поворачивайся. Во. Ребята, что за мясо? Смотрите, кто-то просто в воздухе завис. Стреляю, стреляю по нему. Во, отлично. Пушки, кстати, довольно-таки, ребят, вы видите, имбовые. Во, ребят, смотрите, самолет летит. Так, 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 стреляю, стреляю. О, разорвал просто, ребята, минус крыло. Еще один, еще один. Прям сюда, пацаны, летит. Стреляйте по нему. На-на-на-на-на. О, просто, ребята, тоже минус. Это еще летит, серьезно, серьезно. Пацаны, там слева, слева, стреляйте, стреляйте по нему. Стреляю. О, офигеть, вы это, ребята, видели? Корабль горит, пацаны. У нас корабль горит. Срочно его чините, чините, чините. У нас, ребят, смотрите, просто капец, сколько самолетов американских или каких-то британских, ребят, летит. Ну, короче, союзники, ребят, союзники. На-на-на-на-на-на-на, стреляю, ребят, стреляю по самолету. Давай, давай, умри. О-о-о-о. Ребят, прям сюда бомба прилетела. Ребят, прям смотрите, сюда, блин, бомба прилетела. Офигеть! Пацаны, вот-вот-вот, вижу, летит, летит, стреляю по нему. На-на-на-на-на-на, ребят, просто взял пулемет. Так, ладно, пробегаем, друзья, быстрее. Корабль, смотрите, капец, просто полыхает. А! Пацаны, тушим корабль, пожар, 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 пожар. О, ребят, зениточка, смотрите, освободилась, отлично. Сейчас на нее, ребят, пересел я, о, так, отстрелимся, ребята. На-на-на-на-на, получай, поганец, получай, союзник, блин, не знаю, это, походу, ребят, британцы вроде. Хорошо, ну да, ребят, вроде британцы потопили Бисмарк. Вижу самолет, он, ребят, бомбу скинул, о-о-о, он промахнулся, есть, есть, его, ребят, подбили. Еще летят, еще они, ребят, смотрите, летят. Вот самолеты. Так, 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 стреляю, стреляю. Ребят, ранили. Быстрее, быстрее, быстрее. Сел, сел, сел. А, мне что-то повредили. Мне, ребят, сидушку отстрелили, я понял. Мне тупо, ребят, сидушку отстрелили, получается, на пушке, блин. Во, вижу, вижу, ребят, летит, летит. Стреляю, стреляю по самолету. На-на-на-на-на. О! Так, снайпу, ребят, сейчас возьму просто снайпу. А, его подбили, подбили. Есть. Капец, друзья, вот это просто мясорубка, да? Ну, кстати, вы видите, ребят, в ходе Бисмарк очень прям критически, можно даже сказать, поврежден. Пацаны, берите гранатометы. Берите вот те быстрозарядные гранатометы, чтобы подбивать, ребят, самолеты. Так, так, так. Хоть, ребят, вы видите, очень серьезно наш корабль поврежден, но он до сих пор держится, ребят, на плаву. И даже не хочет вообще он, ребята, как бы тонуть. Сюда, сюда, ребят, смотрите, еще один прилетел. О, на! Хо-хо-хо! Офигеть! Еще один, ребят, летит. Капец, это, конечно, ребят, лагает. Лагает, капец, ребята. Так, а что, кстати, ребят, с кораблем? Он горит, но он все равно, ребят, видите, держится, да. Так, давайте быстрее, матросы, матросы, срочно тушите пожар. Давайте, блин, быстрее. Мы просто обязаны, блин, здесь выжить. Капец, ребята. О, еще одна бомба пошла. О-о-о. Короче, мы, получается, ребят, первую волну самолетов отбили. Вот, ребят, вторая волна уже летит. Все, давайте, огонь по ним. О-о-о, так, ребят, стреляем, стреляем, стреляем. Капец, сколько их там. Мы, короче, друзья, наши зенитки на скорую руку успели починить перед этой, ребят, атакой. О, кстати, попал, но при этом, ребят, теперь увидите просто дикий разброс у них. Так, 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 во, выше, выше летит. Смотрите, кто-то высоко, высоко прям летит.
Стреляю, стреляю по нему. На-на-на-на-на-на-на. Все, ребят, вроде подбили. Так, ребята, еще самолеты летят слева-слева, пацаны. Стреляем, стреляем, стреляем. Попадание есть, ребят, неплохо, неплохо. Огонь, огонь, огонь. О-о-о! Офигеть, друзья. Ну, мы, кстати, ребят, пожар успели потушить. Да, ребят, корабль даже немножко мы смогли, ребят, починить. Но это все очень, ребят, на скорую руку. Корабль просто в критическом состоянии. Так, давай, подбивай, подбивай. Так, ребят, у меня немножко, видите, зенитка сползла. Так, хорошо. Сейчас мы, ребят, быстренько, короче, поставили на место. Так, этого вы сбили. Вот он, ребят, прилетел прямо сюда. Все, уничтожен. Еще один летит. Вот он, стреляю, стреляю. Есть, ребят, попал. Вот это мясо, еще один летит. Бомба, ребят, смотрите, летит прямо сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно, ребята, выживаем, выживаем. Так, подбейте, подбейте его. Есть, ребят, просто развалили, минус два крыла. Вот это просто мясо. Еще один, прям здесь, но. Есть, ребят, успел попасть. Попал, попал. Стреляем, стреляем по нему. Это, короче, ребят, была вторая волна самолетов. В принципе, мы ее, ребят, отбили. Ой, ребят, прям здесь. Вот это просто, ребята, мясо. Так, мясо. Так, вижу, ребят, еще одного противника. Стреляю, стреляю по нему. Ой-ой-ой. Так, ребят, сейчас попытаюсь его подбить. Стреляем, стреляем по нему. Так, попадание. Есть, ребят, по крылу ему попал. Очень, короче, друзья, катастрофические просто повреждения у нас. У нас, короче, ребят, просто весь корабль уже горит. Ладно, держимся, ребята, держимся. Отступать просто уже некуда. Капец, ребят, смотрите, просто корабль уничтожен. Просто дальше уже некуда. Сзади, 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 сзади. Бойцы, сзади, сзади. Ой, ребята, что просто происходит? Ребята, просто мясо какое-то происходит. Ладно, все, все, все. Здесь, здесь, прям, смотрите, ребят, противники. Ё-моё, стреляем, стреляем, стреляем. Повреждения есть, есть, есть. Так, еще, ребят, попали. Мы прям, ребят, горим, горим. Ой, все очень плохо. Крайне, ребят, плохо. А, лагает, стреляем, стреляем, стреляем. О-о-о! Офигеть, друзья, что, блин, происходит? А, я еще жив. Серьезно, я, ребят, еще жив. Вот, все. Самолет слева! Так, подбейте его, молодцы, подбивайте, подбивайте. Он успел, ребят, бомбу скинуть, промахнулся. Еще один. О-о-о, капец. О-о-о, вы это видели? О, ребят, смотрите, самолетики летят. Так, 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 стреляйте, стреляйте. О-о-о, все, молодцы. Еще справа, 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 справа. Давайте, пацаны, справа, справа летит. Пытаюсь, ребят, стрелять. Ой, прям сюда осколки полетели. О-о-о. Вот еще один, ребята, так, 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 стреляю по нему. У меня, короче, ребят, уже крайне жесткая отдача на моей автопушке, да, на моей, ребят, зенитке. Ой, стреляем, на! И я, ребят, просто уже даже боюсь нормально пострелять, потому что крайне, ребят, уже жестко все. Вы видите, я просто, ребят, тут на краюшке еле-еле стою. Еще летят! Ребят, просто все горит, все в огне. Я вообще не знаю, как мы, в принципе, здесь, ребят, выживаем, ну ладно. Давайте, пацаны, завалим его, завалим его, еще немножко. Воп, красавчики, он прям сюда, ребят, на меня летит. О-о-о, повезло, капец. Во-во, еще один, справа, справа, справа. Капец, конечно, да, ребят, Бисмарк, я не знаю, в реальной жизни он так выживал или нет. Но, ребят, у нас Брик Рикс, это просто имба какая-то, вы это видите, да? Он, ребят, просто выживает до невозможности. На-на-на-на-на-на-на-на-на, о-о-о. Капец. Ай, ребят, прям сюда еще летит. Нет. Все, ребят, короче, зениток у нас уже практически не осталось. По крайней мере, ребят, на носу у нас нету, ребят, зениток. Есть только одна, ребята, сзади. На. Есть попадание. Во, прям здесь, смотрите. Походу, все, ребят, и последняя зенитка тоже была, ребята, просто уничтожена. Бежим, по нам стреляют. Ай, ребят, стреляют, стреляют. Базуку берем. Просто, друзья, берем базуку. Ай, что за мясо? На. А, прям здесь! О-о-о! Что, блин, вообще происходит? Еще один, на! Еще один, смотрите, ребят, самолет, даже не один, их крайне много. Стреляю, а! Ребят, просто все взрывается. Все горит. О! Корабль, все, ребят, просто идет на дно. Покидаем корабль. Все, ребят, смотрите, что с кораблем. О-о-о, он полностью был, ребят, короче, уничтожен. Взрывается прямо изнутри. А-а-а! Все, ребят, я просто прыгнул в воду. Все, ребят, я просто прыгнул в воду, короче. Ё-моё. Так, ну! Все, ребят, короче, просто плывем. Корабль, к сожалению, наш был уничтожен. И, ребят, большинство просто-напросто экипажа погибло. Посмотрите, друзья. Просто корабль разорвало. Так, ребята, теперь я сейчас буду играть за самолеты. Что, ребят, просто с самолетом? Ё-моё. Вон, вижу корабль. Давайте быстрее, прям на него. Вижу, вижу Бисмарка. Давайте, пацаны, готовьте свои бомбы. Все, ребят, идем на ускорение. Давай, 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 ребят, набираем скорость. Отлично просто. Они же, кстати, ребят, по нам стреляют. Воу. Спокойно, спокойно. А, смотрите, ребят, штурм уже, получается, откидал торпеду. Нормально.
Так, 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 давай, 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 самолетик. Капец, ребят, по мне стреляют. Воу-воу-воу. Спокойно, спокойно. Во, ребят, все, пошла. Сейчас, ребят, бомбочка. 3, 2, 1. Ай, попали, ребят, по мне. Перелет небольшой, вот, блин. Да, ребят, к сожалению, не попал. Но это все из-за того, что, ребят, по мне начали стрелять. Я очень переволновался. И, ребят, из-за этого, в принципе, не попал. Кстати, самолет, ребят, крайне живучий. Так, 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 давай, давай. Быстрее, ребят, на базу возвращаемся. Неплохо, кстати, так, видите, даже живет самолет. Тихо, 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 тихо. О, прям, ребят, по мне. Ай! Попали, ребята, по хвосту! Летим, летим! Фух, все, ребят, вроде самолет продолжает пока что более-менее еще лететь. А-а-а, ребят, прям очень серьезные повреждения. Ай, ребята, мы просто теряем высоту. Точнее, сейчас, ребята, ее будем терять. Все, все, все. О, короче, все, ребят, катапультируюсь. Все, ребята, катапультировался с самолета. Но хотя бы, ребят, попытался выполнить свое задание. Так, ребята, еще одно подкрепление, еще одна жизнь. Давайте, пацаны, пытаемся уничтожить этот кораблик Бисмарка. Все, ребят, подлетаем. Давай, давай, все, ребят, отлично. Так, сбрасываем, ребят, скорость. Лагает, капец. Все, ребят, бомбу. Бомбу скинул. Пошла, родимая. Так, попаду. Даже должен попасть. Да, ребят, прямое просто попадание. Кстати, что там с кораблем? Смотрите, друзья. Да, корабль мы, кстати, ребят, повредили. Кстати, давайте мы сейчас, ребят, попытаемся прям корабль расстрелять с пулеметов. Может, ребят, кого-то завалю из экипажа моряков каких-нибудь там неосторожных. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Оу. Тихо, ребят, все, ладно, улетаем. Ай, попали. Лечу, ребят, лечу, лечу, лечу. Давай, давай, давай. Капец, ребят, посмотрите на повреждения корабля. Прям, можно сказать, уже критически, да? Все, ребята, заходим, заходим, прям на большой скорости. Во, огонь, 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 огонь. О-о-о-о. Слева, вон, ребят, вижу зенитку слева. Так, пониже, ребят, идем. Пошла, родимая, бомбочка, давай. Так, ребят, попаду, да. Просто, ребята, в борт попал. Корабль, ребят, просто дико, вы видите, живучий. Его крайне, ребят, сложно подбить. А, по мне попали. Ребят, по мне попали, ё-моё. А, что просто, друзья, там за мясо, блин, происходит? Ё-моё, вы это видите просто, друзья? Смотрите, там, ребят, матрос с базукой на антенне. Сейчас попытаюсь его завалить. Иди сюда. Но! Хо-хо-хо! Вы это, ребята, просто видели? Его просто, ребят, крылом, блин, сбил. Ладно, все, полетели. Быстрее, быстрее, быстрее. Ребят, просто возвращаемся на базу. Капец, вы это видели? Ай, по мне, ребят, стреляют. О, повреждения очень серьезные. Хвост, ребят, повредили, хвост. Летим, летим, летим. А, падаем, ребят, падаем, падаем, падаем. Воу! Что, ребят, с самолетом? Катапультируюсь! Воу! Все, короче, я, ребят, катапультировался. В общем, друзья, уже у Бисмарка, у этого корабля просто огромного немецкого, просто, друзья, критические, катастрофические повреждения. Видите, он, ребят, уже крайне серьезно поврежден. Где-то приблизительно уже 70, даже больше процентов уничтожено его. Что там просто, ребят, за камикадзе какие-то, да, наши летят? Так, пацаны, видите, там дырка, там огромная пробоина. Так, друзья, пошла бомба. О-о-о! А-а-а! Ребята, что произошло? О, просто, ребят, все взрывается, смотрите. Видимо, ребята, кто-то, получается, нет, ребята, в Бисмарк попал бомбой, прямо, короче, ребят, в боекомплект ему, да? О, в одну, ребята, из палуб с боекомплектом. Смотрите, просто, ребят, снаряды там взрываются. Посмотрите, ребят, просто что с кораблем. В общем, все, друзья, вот такая вот супер эпичнейшая у нас сегодня серия получилась. Очень, ребят, была крутая битва самолетов против огромного линкора немецкого Бисмарка. Не забывайте, друзья, ставить лайки. Конечно же, ребята, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы, ребят, не пропускать новые ролики. Предлагайте новые идейки в комментариях, какие нам еще лего-войнушки устроить в Брикрикс. И, в принципе, все, ребята, всем пока-пока-пока.